И все те, кто сегодня пришел на такое мероприятие просветительское, мы с вами будем сегодня рассматривать тему, которая мне не нравится. Мне эту тему навязали. Вот этот вот красивый высокий блондин навязал мне эту тему. И я долго сопротивлялась и не могла понять, как же мне вообще с этой темой теперь сладить. Потому что я не считаю, что мозг является ленивым. И мы с вами сейчас последовательно разберем, насколько мозг не ленится по сравнению с нами. Вот такой объем вопросов мы затронем, но я думаю, что я по ходу буду сокращать, что же такое человек. На самом деле до сих пор нет точного определения ни у кого. Человек очень по-разному рассматривается в разных разделах, не только науки, но и вообще в разных видах познавательной деятельности. Если мы будем говорить о том, как связан мозг и человек, то мы очень часто вообще ставим под сомнение, есть ли у человека, с которым мы общаемся, он демонстрирует какое-то поведение, мозги. Мы ему прямо можем задавать мозги, мы можем ему рекомендовать какие-то действия по поводу его мозгов, мы можем восхищаться его мозгами, создавая вот такие определения. Также мы с вами сейчас попробуем разобраться, действительно ли мы вообще можем поставить вопрос, есть ли у человека мозги. Ну, конечно же, есть, да, мы предполагаем, что если человек вообще дожил до взрослой жизни, то у него эти мозги есть. Есть, конечно, такие случаи, когда рождаются без мозга, это случаи последствия заражение, заболевание, даже вылеченным сифилисом, это всем известно. Поэтому мы с вами сейчас рассмотрим, что такое мозг. Это сложная система, которая принимает и обрабатывает информацию, управляет нашим телом, но с точки зрения философии является лишь материальным субстратом сознания, то есть некой почвой, на которой это сознание существует. Но функции мозга сознание не является. Примерно средний вес мозга это около 1,5 килограмм. Разные данные, вот мы с Игорем Валерьевичем тоже размышляли на эту тему. Все зависит от подхода, от уровня, видимо, исследований и зависит от времени, когда они происходили. Потому что сейчас нейронаука не просто двигается вперед, она как вот на космической ракете продвигается по этой потрясающей вселенной мозг и дает нам очень серьезные данные. Ну, в частности, мы всю эту информацию знаем, кора больших полушарий – это то место, на котором, ну, что называется, существует наше сознание. Мы проходим последовательно стадии развития мозга, внутриутробные. Считалось раньше, что после рождения есть еще некий потенциал, когда наши клетки мозга еще внутри мозга нарождаются, а потом этот механизм угасает. Современные исследования, мы посмотрим, это опровергают. Очень интересно формирование коры головного мозга. Мы сегодня даже со студентами этот момент затрагивали. Она формируется не как вот у дерева, да, внутрь, она формируется наружу. И этим потрясающее количество связей создает. Вот мы к этому тоже подойдем. Разнятся очень сильно в литературе количество клеток нейронных от 20, 30, 90, 150 миллиардов. То есть это колоссальные какие-то величины, но при этом исследователи все чаще и чаще начинают говорить. Клетки, которые раньше считались упаковкой нейронов и были, такое даже в литературе я встречала, обслуживающие деятельность нейронов, глиальные клетки, которые от слова клей, то есть склеивали, считалось они мозг, но вот их количество превышает 50 раз количество нейронов. Сколько бы их ни было, это катастрофические величины. Если мы с вами посмотрим, сколько связей, то связи это 4 километра нейронных сетевых соединений в одном кубическом миллиметре. Это просто даже непредставимо силами нашего с вами познания. Колоссальная система. Кора больших полушарий головного мозга имеет слоистую структуру, и каждый слой отвечает за какие-то свои, имеет свои функции, и каждый участок, определенные участки в этом, внутри даже этих маленьких тоненьких слоев, тоже имеют свои функции. Вообще,
мы вот называем серое вещество, там, где расположено наше сознание, это как раз есть кора. Есть белое вещество в мозге, есть черное вещество в мозге, то есть зависит от того, какой отдел мозга мы с вами рассматриваем. Если мы посмотрим на мозг вот с такой позиции, с позиции разделения как раз по коре, то мы с вами должны, в принципе, основные моменты знаем, что лобная доля за сознание отвечает, за мыслительные функции, теменная доля за движение, и определенные данные, там информация о положении тела. Височная доля принимает информацию слуховую и отвечает за память, там тоже там гиппокамп. И затылочная доля отвечает за сигналы, поступающие от органов зрения. И тоже очень много функций имеет, потому что этот затылочную долю сейчас вообще на кусочки разобрали и очень много интересных функций открыли. Второе, как бы, момент. Мозг устроен крайне сложно. И сейчас фактически каждый исследователь, крупный исследователь, серьезный исследователь, нейробиолог или нейрофизиолог старается исследовать именно самое первичное звено вот нашего мозга, с которым больше всего связывается надежд, и что пытаются копировать технологии нейрон. В принципе, мозг у нас два, как таковых. То есть это головной мозг и спинной мозг, которые очень сложно связаны. И настолько сложно, что мы себе даже не отдаем отчета, когда кто из них действует. И, в принципе, управлять этими действиями, ну, так скажем, поочередно включая или выключая один из как бы этих мозгов, мы тоже не можем. Это просто колоссальная сеть, которую имитировать даже человек, хотя и пытается в технических устройствах, но все-таки, скорее всего, он это сделать полностью, сымитировать сеть связи нервов человека не сможет. Это слишком сложный процесс. Разделяют еще мозг по частям, то есть передний, средний, задний, которые тоже имеют разные функции. Даже связываются они с определенными, ну, как бы, так скажем, этапами развития человечества эволюционного, там и рептилоидный мозг, там и мозг млекопитающего и так далее. То есть вот такие этапы, вот эта цветная, которая картиночка, вот здесь, в принципе, описаны основные моменты. Да, как этот мозг, по мнению многих нейрофизиологов, устроен. Но если мы с вами посмотрим в таком разрезе, серьезно, то увидим, что он еще и внутри из очень многих частей состоит. То есть кора – это лишь очень маленькая часть из того, что мозг вообще делает и что он может нам предложить. На самом деле связи между этими разными отделами, как бы наличие функций у этих различных отделов подвергаются постоянному сомнению. Каждый уникальный случай выбивает из колеи исследователей. Ну, например, мужчина, очень популярная фотография, с огромной вмятиной вместо лобных долей. Причем это вмятина черепная, там ему все зашили, но он улыбается и говорит, что у него никакие сознательные функции не затронуты. Действительно, некоторые есть исследования экстремальных случаев, которые говорят о том, что наш мозг действительно потрясающе сложная система, которая, реагируя на изменения, может менять свою структуру. То есть может даже вот эти все отделы смещать по своему усмотрению. И этим объясняется, что люди, например, испытывающие инсульт, кровоизлияние в мозг в один и тот же отдел, могут иметь совершенно разные последствия. Дальше, если мы с вами двигаемся как раз к нейрону. Нейрон – это считается самым главным, самым значительным, самым удивительным устройством для передачи информации. И действительно, эта клетка отвечает за передачу информации, она сверхсложно устроена. Сейчас исследователи, где-то с конца 18 века началось активное ее изучение. Сейчас исследователи продвигаются семимильными шагами благодаря различным видам микроскопов, но при этом понять принцип, фундаментальные принципы связи нейронов в разных ситуациях, работы нейронов в определенных условиях, которые у нас возникают, до сих пор не можем.
Ну вот я обожаю сравнивать мозг человека и вообще феномен человека со Вселенной, потому что его сложность невероятна. Он сам по себе ну, такие имеет функции, которые мы не можем повторить и не можем увидеть в природе. Но вот здесь мы видим, что нейроны в голове мыши, они достаточно похожи с нами, и на мышах несчастных все, что на нас впоследствии, ну так скажем, нам предлагают в качестве лекарств, в качестве медицинских процедур, сначала несчастные мыши испытывают на себе. Поэтому как бы можно отдать дань должного их нейронам, которые во многом спасают наши головы от вмешательства вездесущих ученых. Но если мы вот так посмотрим на конструкцию, да, очень похоже. И подобие во Вселенной, подобие в природе, подобие с человеком Вселенной замечали еще и древние, и философы, и поэты, и композиторы. Всегда эту связь подчеркивали. Если мы посмотрим на нейрон, достаточно примитивно. Ту красивую картинку я специально убрала, потому что там слишком много информации. В целом нейрон состоит из трех простых частей. У него есть тело, которое, в принципе, отвечает за обработку сигналов и передачу этих сигналов. У него есть дендрон, дендрит, который принимает информацию от других и перерабатывает ее. И аксон, которым он передает информацию дальше. Причем, как эти свойства формируются, почему есть специализация нейронов, об этом нейронаука сейчас активно говорит, каким образом они могут, ну так скажем, при условии химической реакции и наличии электромагнитного импульса все это совмещать и декодировать. Очень интересно, что каждый нейрон может образовывать до 10 тысяч связей по некоторым исследованиям. То есть представьте вот те катастрофические величины, плюс еще умножить на 10 тысяч связей, плюс еще глиальные клетки, которые вообще никто не знает, что такое. Вот это сложная система, которую пытаются моделировать технарии и говорят нам, что где-то через 20, там, 10, а может быть 30 лет мы прямо будем иметь возможность куда-то что-то переносить. На самом деле это очень большой вопрос. Как действует нейрон? Он взаимодействует с другими клетками по передаче нейротрансмиссии, и как раз нейротрансмиссия осуществляется за счет выработки определенных веществ нейромедиаторов. Ну, мы все знаем самые такие любимые популярные науки: дофамин, норадреналин, серотонин и так далее. Да? То есть вот мы это прям выучили уже, нам все говорят, что вот у нас это вырабатывается, и мы в связи с этим испытываем какие-то эмоции. Ну вот механизм встречи этих как бы импульсов, передачи, да, передатчика и приемника, ну, называется синапсом. Здесь выделяется очень много различных веществ, и в том числе проходит импульс. Видов нейронов огромное количество. Исследователи заявляют, что порядка их нескольких тысяч видов может существовать. Но несколько сотен они уже описали. Здесь представлено не больше дюжины. И мы видим, что их форма может различаться в зависимости от функций, которые они выполняют. Но в среднем выделяют три основных типа нейронов. Те, которые отвечают за наше движение, те, которые отвечают за передачу информации, и те, которые сообщения между нейронами как раз передают, то есть участвуют в работе вот этой самой нейронной сети. Мы, думаю, так вот сейчас я с вами разговаривая, подумала, возможно, выделение вот этих трех основных зон мозга, да, то есть основных среднего, там, переднего и так далее, это все связано в том числе и с наличием нейронов определенного вида. Ну, кстати, 80% нейронов, я была поражена, я вообще даже себе этого не представляла, то есть к нашей лекции я так глубоко в мозг не закапывалась, я люблю сознание больше, чем мозг, но 80% нейронов содержится в мозжечке, в том отделе мозга, который отвечает за движение. И поэтому я читала вот в литературе, что мозг отвечает за движение, это его основные функции движения и сбор информации. А вот сознание — это уже нечто другое. То есть есть даже такие как раз идеи о том, что сознание мы можем смоделировать мозг, но сознание смоделировать мы все равно никогда не сможем.
Следующее, как раз глиальные клетки. Раньше считалось, что это просто вещество, которое склеивает между собой различные части мозга. Это обслуживающие вещества, клетки, которые выделяют определенные вещества. Без них не происходит ни один процесс в мозге. Но сейчас мы увидели, что они на самом деле обладают каждая своей функцией. Глиальных клеток очень много. Процесс изучения их идет сейчас полным ходом. И в принципе считают, что многие из них участвуют как раз в процессе сознательной деятельности. И вот глиальные клетки некоторые ученые называют темной материей мозга по аналогии с темной материей, которая сейчас в физике нас стращают, пугают, и мы не знаем, что это такое. Ну, вот интересные микроглиальные клетки, которые фактически спасают наш мозг от заражений, от разрушений, то есть это такие помощники сохранения здоровья. Есть вот такое название страшное, олигодендроциты. Это клетки, которые вырабатывают вот этот вот шашлычок, навешанный на нейроны. Это жировой шашлычок, который препятствует рассеянию сигнала и, соответственно, способствует более точной кодировке сигнала и передаче информации. Многие говорят, что даже если бы не было их, то, в принципе, мы бы очень хаотично воспринимали реальность и не было бы системности. То есть многие им такой вот реверанс делают. И вот как раз многие говорят, что радиальная глия, которая наличествует на ранних стадиях развития мозга, дает потенциал этому развитию, а дальше она, в принципе, потихонечку, с течением времени угасает ее функции. Но современные исследования с этим спорят. В принципе, если мы двигаемся дальше, то основные моменты связаны не с устройством мозга, в техническом смысле, а с тем, как вся эта сложная, сверхсложная система работает. Ну, основные два принципа – это принцип, связанный с передачей электрического сигнала, и второй принцип – это передача химических сигналов, которые позволяют реагировать клеткам мозга на определенные изменения. И вот как раз исходя из этого, теории возникают о том, что да, действительно, эмоции, которые переживает человек, это набор химических реакций. Если эти химические реакции затормозить, а вот что делают, в принципе, в психиатрических клиниках, да, при помощи специальных средств, которые имитируют химическую реакцию мозга на определенные вещества, вот человека вводят в определенное эмоциональное состояние или снимают это определенное эмоциональное состояние. Ну, считается, что вот химия и электричество. Разберемся с этим, и, в принципе, дальше мы уже сможем полностью смоделировать и использовать, а иногда даже и программировать деятельность человека через его мозг. На самом деле мозг работает гораздо сложнее. В конце 2000-х годов был открыт принцип нейрогенеза у взрослых. То есть то, что наш мозг, реагируя на окружающую реальность, порождает новые клетки, видимо, из той вот первоначальной задумки, которую вот эта радиальная клея давала, и образует новые нервные клетки и синапсы, то есть фактически образует новые возможности для усвоения и хранения информации. Но сейчас совершенно непонятно, каким образом это происходит и почему это происходит, и вообще зачем это надо. Потому что старение мозга никто не отменял. Действительно, мы с вами чуть попозже посмотрим, процесс этот движется неумолимо. И каждый из нас потом может дома на листочке или при помощи калькулятора посчитать, сколько за это время у него нейронов погибло. Но сколько народилось, мы пока не знаем. Да? Значит, второй принцип – это пластичность. Пластичность мозга – это новая, такая самая, как многие считают, гениальная идея, которая дает нам возможность понять, что мы не, это я перелистнула, простите, что мы не можем, фактически, некоторые вещи, не то что контролировать, некоторые вещи мы можем забыть. Забыть мы можем их потому, что мы их не используем. Ну, например, феномен фантомных болей, да, у человека, например, отсутствует рука, он потерял ее в аварии, и какое-то время у него болит, хотя ее нет.
но впоследствии эти вещи заменяются, то есть эти ощущения заменяются другими, и он уже осознает, что руки у него нет. Ну или переломные, кто переломанный был, я вот много раз переломанная была, каждый раз человек разрабатывает, то есть руки там или ноги забывают те функции частично, которые они должны выполнять, то есть возможно в этот момент замещается вот эта информация. Ну и еще, почему я тут волшебного кота этого замечательного прилепила, потому что я прочитала удивительную для себя вещь. Оказывается, недостаток сна, про который трубят все родители, врачи, сказывается не просто печально, а сказывается катастрофически не только на мозге, но на нашей психике. Мы можем из-за недостатка сна формировать ложные воспоминания. То есть быть уверенным в том, что с нами не происходило. Это на экспериментальном уровне знали все, кто пытал людей за всю историю человечества. Потому что одна из самых страшных пыток – это не давать человеку заснуть. Тогда он признается во всем, что угодно. Мы можем и историю нашей страны перетряхнуть, и посмотреть инквизицию. Там такая практика действительно была. Поэтому сон – это основа здоровья, и это подтверждает исследование мозга. Очень вот эта картинка меня напугала, какая красотка с точки зрения моего мозга. Восприятие, оно оказывается, этот гомункул изображает то, как наш мозг видит. Вы видите, этот человечек еще и там, оказывается, у него и тело есть, но оно такое тощенькое. Оказывается, наш мозг ориентирован на восприятие информации в основном от лица и от рук. Ну, реже там от других частей тела, все зависит, опять же, от того, двигательная эта активность, вот таким волшебным словом, да, обозначена, или это чувственные ощущения, получаемые нами от органов чувств. Мне кажется, это достаточно интересно, потому что мы считаем, что вот мы целиком себя ощущаем, у нас мозг контролирует и, в принципе, представляет целиком себе все-все-все, что как у нас и внутри, и снаружи. Современная нейробиология говорит, что вот такие красавцы мы, и ничего с этим не сделаешь. И при этом еще и вот расписывает, что за что, вот тут вот отвечает, какой извилинке, в каком участочке вот этой коры она, значит, находится, это изображение. Мне кажется, это интересно, и, возможно, в связи с этим многие люди, получая травмы, потом неадекватно воспринимают себя в зеркале, да, или там себя чисто там, физически ощущают себя неполноценно. На этом вот сейчас у нас, в принципе, основана вся массовая культура, что не все хорошие, есть и те, кому надо подкупить некие условия для того, чтобы быть лучше. Вот органы чувств и мозг. Оказывается, мозг не просто взаимодействует с нашими органами чувств, он их контролирует, он от них воспринимает информацию, и некоторые отделы мозга, они непосредственно завязаны на эти органы чувств. Ну, вот в частности, почему травма затылочной доли так часто ведет человека, может вести человека к слепоте. Ну, это подтверждается, не подтверждается клиническими случаями, разные есть исследования. Но в целом, мне кажется, достаточно интересно, что наш мозг такой непоседа. Мы с вами ведь спим всего 8 часов, ну, в среднем, да, студентских 2 в среднем, да, сессию не спит совсем какое-то время. Поэтому наш мозг бесконечно трудится. Даже когда мы с вами спим, наш мозг тоже включается, ну так скажем, в фоновом режиме и воспринимает не только окружающую среду, но и на внутреннем уровне очень сильно и педантично работает. Благодаря этому мы с вами просыпаемся, ну иногда отдохнувшие, иногда нет, но при этом мы просыпаемся и готовы к дальнейшей жизни. Я получила подтверждение, что действительно есть такая фраза, да, утро вечером мудренее. Вот опять же, возвращаясь к сну, чувствуя настроение аудитории, прочитала, что когда мы с вами спим, если мы перед этим учили, то мы действительно утром станем с систематизированной информацией. Мозг за нас разложит по полочкам. И есть даже такие практики, да, во сне обучаться. Вот во сне обучаться не рекомендую, потому что невозможно понять, куда складывает мозг. То есть целенаправленного восприятия, усвоения информации не происходит. Но вот когда мы с вами на ночь, называется, начитались,
то утром мы можем встать действительно со свежей головой. Это я говорю потому, что сессия близится, студенты на ночь начитались учебника перед экзаменом, и спать ложитесь, пожалуйста. Тогда придете и нам сдадите с удовольствием экзамены. Есть такой феномен, он появился совсем недавно, называется нейромания. Все мы знаем и видим такие красивые, светящиеся, радужными, переливающиеся радужными цветами картинки, томограммы нашего мозга, ну не нашего или чего-то чужого, в котором показывается, что вот эти картинки позволяют нам понять, что думает человек конкретно, как он это думает. Вот с этим связана система детектора лжи, ну, современная, которая завязана на именно исследование мозга. И даже появились исследования о том, что человек – это его мозг. И, следовательно, свободной воли у человека, личности какой-то помимо мозга у человека нет. Если у него нарушение в мозге, то он не может себя контролировать, ходит направо-налево, людей убивает, или обманывает патологически, или ведет себя неприлично, то есть это не он виноват, он не может со своим мозгом сладить, и поэтому его надо оправдывать. Такие дела пока проигрываются. Даже в Америке либеральной, которая, в принципе, зародила это движение еще с 90-х годов, но такие дела пока идут тяжело. Но с большим интересом люди присматриваются, и ни одна такая, ну, как скажем, средней желтости газетка не применет, размышляя там, представляя материал о мозге, эту фотографию томограммы прикрутить к своему материалу. Есть вот как раз по поводу томограммы мнение нейробиологов, которые в целом называют ее пятновидением. Ну, такое меткое, достаточно язвительное слово, которое говорит о том, что да, действительно мы можем понять, что у человека вот здесь нейроимпульсы, здесь он действительно думает про что-то, здесь он действительно чувствует чего-то, здесь он, может быть, считает, здесь он думает про бабушку, вот был такой исследователь, не помню, который в 60-е годы проводил с нейроном, как же называется этот штырь? Электрод. С электродом. Компьютер сработал. Да, с электродом. Когда помещали, Бехтерева, кстати, Наталья Бехтерева, тоже крупнейший специалист в области мозга нашей отечественной, тоже проводили, когда погружали электрод в определенную область мозга и даже задействовали активность определенных нейронов, которые узнавали как будто бы там, маму или бабушку, если показывали фотографии. То есть есть такие технологии, я тоже для себя с удивлением узнала, операции на живом мозге, когда человек находится в сознании. Например, эпилептикам так проводят, им скрывают черепную коробку, они смотрят на экран, там что-то рассуждают, а им в это время мозг рассекают на половинке, чтобы половинки между собой не сообщались, и припадок у них не был такой силы. Вот действительно, вот эти методы визуализации, они не могут прочитать мысли, они могут сказать лишь об активности, который испытывает мозг в определенных действиях. Но что в этот момент думает человек, что он чувствует, как он переживает, мы действительно узнаем сейчас средствами этой технической нейровизуализации не можем. Ну и вот самый такой вопрос, которым Женя у меня озадачила, можно ли прокачать мозги. Он дал мне такую популярную статью ВКонтакте по поводу того, что у нас в голове с течением времени нейроны протаптывают не тропинки, туннели в скалистой породе затвердевшего мозга, стареющего неумолимо. И все, если мы не будем выполнять определенные действия, мы просто ложись и помирай. То есть будем деградировать и очень быстро угаснем. Ну вот, действительно, много таких картинок жизнерадостных, мозг, значит, активность позволяет действительно прокачать мозги. Вот мы об этом поговорим. Но сначала мы поговорим о том, действительно ли стареет мозг. Оказывается, да. И вот я про то, что вам говорила, придете вечером, посчитайте, 85 тысяч нейронов в день
по одному каждую секунду. Разделите время, которое вы здесь сидите, на секунды и посчитайте, сколько же нейронов не стало с нами. Но идет процесс нейрогенеза даже у взрослых. И в процессе обучения он идет интенсивнее. Поэтому, может быть, у нас все будет хорошо. Но вот мне очень так печально стало, что 10% все-таки к 90 годам, я надеюсь дожить, потеряю. Но печально, что вот уже процесс начался. Как бы, и очень хотелось бы, чтобы этого не происходило. Что же нужно делать? Вообще советы на самом деле скучнейшие. Вот нам казалось бы, что это будет просто фонтан, да, мозг – это такая сложная система, это просто, ну, там надо, все что угодно можно делать с ним, он так хорошо отреагирует, ведь он такой сложный, мы попроще. Но на самом деле советы скучные. Ну вот сначала, что говорит наука. Наука говорит, что можно, конечно, взбодрить мозг, но это вообще-то временно. Постоянно никто ничего не обещает. Вот разве что чипы, может быть, появятся, которые будут не только там активировать способность, но еще и доставлять питательные вещества нашим несчастным мозгам, которые от такой активности, вообще что с ним будет происходить, непонятно. Там мозг вскипят. Методы электростимуляции применяются активно. Даже есть в интернете, я посмотрела специально, портативные домашние устройства, такая электрическая шапка, но все сразу предупреждают, может так, ну, как бы среагировать мозг, как в принципе лучше бы не надо. То есть вплоть до инвалидности, поэтому если проводить такую процедуру, то только в медицинских учреждениях, ну и для лечения ряда отклонений, которые связываются с угасанием некоторых функций мозга, например, депрессии, очень активно эту электростимуляцию применяют еще там с 50-х годов. Магнитная стимуляция, более такой уровень, ну, так скажем, не сильно ощущаемый пациентом, но при этом, опять же, поведение нейронов может тоже неконтролируемо меняться. И даже в клинических условиях никаких гарантий о том, что мозг прокачается и будет прекрасно себя чувствовать, не дает. Глубокая стимуляция мозга, операция. Вот всем хочу порекомендовать почитать, ну, такую достаточно давнюю книгу Дэниела Киза «Цветы» для Элджернона, в которой описана технология оперативного вмешательства для улучшения мозга. Есть сейчас корейский сериал, но я его, правда, не смотрела, времени нет, в котором как бы это продемонстрировано. Но студентам я даю книжку, вот те, кто меня просит, я даю книжку, который глазами лучше понимает, что переживает человек. Такая метафора, да, что мы можем улучшить на какой-то момент деятельность своего мозга, но впоследствии нас ждет расплата. Оперативное вмешательство не дает гарантий. Вот в частности, люди, которым рассекают мозг для снижения эпилептических припадков, начинают вести себя странно. У них нет возможности, например, если я вот держу микрофон в левой руке, если бы надо мной проводили такую операцию, я бы не могла сказать, что это микрофон. Я бы понимала, но сказать бы не смогла. То есть, а в правую руку я переместила, я бы смогла. То есть мой мозг не среагировал бы на некоторые вещи. Ну и фармакологические препараты, начиная от энергетических напитков, шоколадов, которых многочисленно предлагает средства массовой информации, и заканчивая серьезными вещами, которые, в принципе, действительно могут улучшить состояние человека. Вот такие вещи, например, применяют для реабилитации инсультников, серьезные препараты, которые и на здоровом человеке в малых концентрациях могут улучшить его деятельность. Ну, студенты часто пьют глицин. Это тоже форма улучшения мозговой активности за счет применения химического препарата. Вред или польза – это тоже вопрос открытый. Ну, а если говорить о таких, как, скажем, философских размышлениях о том, как можно прокачать мозги, то есть не только мозги как вот, электричество, химию, да, а мозги как некое устройство для приема воспроизводства информации, мозги как некая целостность, связанная с личностью, с восприятием человека самого себя и мира, то, в принципе, советы, как я говорила, скучнейшие, как бабушкины можно их воспринять, но работающие, во всяком случае, среди тех, кто эту ситуацию, как бы, кто этой ситуацией занимается. То есть развитие памяти и умственных способностей, ну, чтение кроссвордов, конечно,
может сделать вас гением именно в чтении кроссворда, кросс-кванта, физика не поможет совсем. Но расширить границы своего терминологического понятийного аппарата, конечно, позволит. Улучшение памяти, да, действительно, это очень полезно, тем более мы сейчас с вами память совсем не тренируем. Вот студентов я всегда ругаю за выносные мозги, они знают, что это означает, да? Это планшеты, смартфоны, которые они считают, что они принесли, ну или даже распечатали с него, прочитали то, что они там принесли, и у них это знание есть. Ну, задам вопрос, студент не может ответить. Только что прочитал, что это говорит? С выносных мозгов снял, но себе ты не присвоил, у тебя это знание есть, а у выносных мозгов это знание есть. То есть выносные мозги как хранители информации, но многие память поэтому сейчас теряют. И студенты жалуются, ведь 20 лет, я говорю, как не стыдно жаловаться, что память слабая, что вы ее туда нагружаете, как вы туда, что помещаете, чтобы у вас память так снижалась, что вы делаете. Ну вот встречала такую практику, как медитация и молитва. Медитация – это способ отключения от внешнего мира, как и молитва выполняет такую же функцию, то есть снижение нагрузки на органы чувств, то есть выход за границы повседневности, то есть создание для себя условий, спокойствия, в которых процесс восстановления происходит быстрее. Многие говорят даже о том, что несколько сеансов медитации или, допустим, молитвы могут улучшить состояние способностей человека за счет просто, ну так скажем, снижения активности. В этот период, в этом процессе мозг немножечко по-другому себя ведет. Ну и позитивный настрой к себе и к миру. Многие говорят, что когда мы критикуем, мы используем стереотипное мышление. Стереотипное мышление – это как раз то вредное, что протаптывает дорожки в нашем мозгу и не дает нам, в принципе, более или менее открыться новым впечатлениям. Новизна, вы видите, здесь тоже есть. И, соответственно, не дает возможности нам рождать эти самые новые нейроны. Обучение. Вот студентам всегда говорю, у вас такой уникальный случай, особенно если вы учитесь бесплатно. Это постоянный тренинг сознания, самого себя, своей личности, тренинг мозга, потому что вы осваиваете такие объемы информации, которые вот мне уже освоить сложнее, хотя я постоянно учусь. Но все равно это процесс, как бы сейчас самое благоприятное время. Ну и здоровый образ жизни, вот это то, о чем сейчас все говорят, для того, чтобы мы функционировали и среда была достаточной для того, чтобы умственную деятельность сохранять на длительном и хорошем уровне, нужно вообще-то себя поберечь. И вот как раз себя нужно кормить, нужно укладывать себя спать, нужно заниматься физической активностью для того, чтобы прокачивать кровь. Нужно много чего делать для того, чтобы элементарную гигиену поддерживать, для того, чтобы чувствовать себя человеком, да, и дать возможность своему организму удивительным и уникальным настраиваться к этим внешним обстоятельствам. Ну и светлое будущее мозга. Информационные технологии пытаются откусить у человека эту его функцию, последнюю, которую они не могут сымитировать, потому что все остальные мы уже практически отдали на откуп техники. Ну и вот как раз технологии вживления в мозг даже препаратов, которые позволили бы активизировать его работу, пересадки мозга и вот в том числе создание нейроинтерфейсов, которые позволят вообще копировать мозг и переносить его в любой носитель. Я благодарю вас за внимание. Большое спасибо.